Приветствую всех, я Андрей Нарубин и наша школа «Кайт на ура». Начинаем видео-ответы на вопросы новичков и начинающих кайтеров. Очень частый вопрос, который задают нам девушки и взрослые кайтеры, которые приобретают оборудование для детей, какую планку на кайт им выбрать, чтобы удобно было ребятам и девушкам, так скажем, с короткими ручками. Хочу представить вам планку Blade. Такая функция, я знаю, что есть на кайтах Norse, а теперь Duathon, и на некоторых других. То есть это планка с щелевым триммером. Какие возможности есть у данной планки? Мы можем ход планки уменьшить за счет регулировки длины планки. Приподнимается. Есть вот такая вот штучка-фигулечка, или как правильно назвать, которая не дает передвигаться стропе вниз. Закрепляется. Вот. И длина у нас уменьшилась. Давайте попробуем еще разочек. Мы поднимаем регулировочное кольцо. На других производителях может быть что-то другое. Уменьшаем длину хода депауэра. Фиксируем. Ход триммера у нас увеличивается, а длина хода планки уменьшается. Здесь надо будет еще подрегулировать. И очень хорошо планки Blade в нашей школе используются для детей от 8 лет. Маленьким детям очень удобно, особенно удобен также chicken loop, который не слетает с трапеции. Так что вот, приобретайте либо планки Blade, либо похожие конструкции ищите на других моделях брендов планок. Вот, собственно, все. Всем привет, задавайте другие вопросы.